И всем привет, ребят! Сегодня это я, Алида29К. И сегодня мы... Короче, сегодня вот мой один подписчик. Сейчас напишем. Снимаем. Короче, ребята, можешь с ним поздороваться. Это Гончик73К. И, короче, ребят, сегодня мы расскажем идеи, чтобы нам, так называется, взять еду в школу. Давайте сядем, короче. Итак, давайте посмотрим пока, что он напишет. Перемена. О, ребята, перемена. Итак, у меня и сейчас, короче... Короче, ребят, давайте теперь придумаем план. Первый план. Короче. Засунем. Ребята, если что... Это шкура без сладостей. Да. Так, мы засунули в карман. Так, где мой? Ну, короче, вот мой. Так. Все, давайте сидеть. Первый способ. Мы должны проверить. Блин, ребята, к нам идет учитель. Вот он. Вот он идет уже. Блин, ребята, он заметил нашу еду. Блин, простите, мы не хотели. Он нашу еду выкинул. Блин, он все заметил. Что теперь нам делать? Ребята, посмотрите, он нам написал 3. Эх, не повезло нам. И, короче, переходим к следующему способу. Ну и, короче, ребята, следующий способ будет решать Гончик 73К. Короче. И как... А, ребята, я придумал. Короче, давайте лучше я делаю. Короче, ребята, давайте, смотрите, мы должны поставить вот сюда. И вот так. Вот видите, хороший способ. Сейчас вам нужно... Кончик показать. Вот тебе. Так, смотри. Все, ребята, короче. Ну, под себя тоже можно. Все, ребята, давайте смотреть. Ну, короче, он делает. Так. Ну так, будем ждать. Блин, ну он опять к нам идет. Так. Ребята, он сработал, и мы смогли
сделать. Он вот обратно пошел. Значит, этот способ сработал. Сработало. Ну, короче, ребята, переходим к следующему. Короче, ребята, следующий лайфхак, как можно спрятать вот сюда. Вот хорошая же идея, да? Зато не увидите это. Блин, ребята, он взял снайперку, ручите. Короче, все, садимся. Он не должен заметить. Блин, ребята, он идет. Вот он идет. Так, самый лучший способ узнать, сможет ли он не узнать. Ребята, мне кажется, это сработало, потому что он ничего не заметил. Да, это тоже сработало, ребята. Сработало. Ну, короче, ребята, переходим к следующему лайфхаку. Короче, ребят, смотрите. Теперь я. Короче, вот ставим вот эти кашки. Ставим вот этот я пончик беру и вот так. Все, тебе рано в каш. Давай тоже попой. Смотри, ребята, подожди-ка. Все, ребята, короче, вся еда сейчас находится в каше. Я шоколадный. Ну, короче, давайте будем ждать. Блин, ребят, мне сейчас кажется, это не сработает. Блин, ребят, он проверяет у меня. Ребята, мне кажется, это тоже сработало. Это тоже сработало. Ну, короче, ребят, переходим к следующему. Короче, ребята, теперь следующий лайфхак. Как. Короче, смотрите, он ставит вот сюда. Так, как он делает? Вот так. Так, сейчас тоже попробуем. Ну все. Все, давай, садимся. И теперь ждем, когда он придет. Вот, ребята, короче, он пришел. И сейчас будет проверять, что с нами случилось. Блин, ребята, нашел нашу еду. Блин, он все нашел. Ребята, мы, конечно, не смогли выиграть, но переходим к следующему. Короче, ребят, следующий, смотрите. Это ставим вот здесь. Вот здесь. Так, давайте проверим. Ой, блин. Так.
Ну все, давайте проверять. Так. Вот, вот сейчас учитель придет. Так, сейчас учитель проверяет. Он не смог он не смог найти, ребята, мы смогли. Есть. Короче, а давайте я... сидим. Ой. Короче, ребята, все, мы переходим к следующему. Короче, ребята, два. Короче, ну смотрите, что он делает. Ё-моё. Он ставит в потолок. Значит, я свой тоже. Ну все, давайте посмотрим, сможем ли мы. Так. Ёма, ребята, он неправда прям все проверяет. Ничего нету. Блин. Ребята, мы походу смогли все сделать, но пошел обратно. Так было легко, а он не нашел это. Ну, короче, переходим к следующему. Короче, ребят, смотрите. Последний это будет мой, смотрите. Короче, я возьму вот это. Вот это. И, короче, смотрите. Ставим его вот так. И вот, видите? Мы сидим прямо на его. Давайте проверим, сможет ли он все сделать. Блин, давай садись быстрее, сейчас он придет и узнает всю правду. Все, он сел. А он уже идет. Он и правда сейчас потолок смотрит. Офигеть, он думает, что в потолке. Так, он даже сзади смотрит. Он болеет в эту. Маниса! Маниса! Доктор! Он куда-то за эту. Что, ребята, он не заметил? А наша-то еда осталась, ё-моё. Всё. Еще один, хорошо. Я ну, он не заметил, офигеть. Доктор. Доктор. Вот это здесь. Нет. Ну-ка, ой, блин, ну что же я сюда. Блин, как это? Давайте вот этот тут. Все, ребят, давайте. Короче, смотрите. Следующий он делает вот так. Хорошо. Мама, смотри, бай! Что такое? Все, ребят, вот. Давайте посмотрим, как он все увидит. Он боится. Вулкан. Вулкан боится. Вулкан. Да, я поеду с ним. А Таска? Он опять все смотрит. Что? Вот он. Блин, ребят. Так, давайте проверим. Ребята. Он нашел. Блин, он нашел нашу. Блин, он все выкидывает, блин. Мы с этим не справились, конечно.
Ну все, ребята, это видео заканчивается. Если вам понравилось это видео, если вы хотите тоже поучаствовать в моем видео, поставьте лайк и подпишитесь. Ну всем пока.